Ночное Красное море великолепно. Мурена протискивается через риф и ищет еду почти так же, как осьминог. Спящие рыбы часто прячутся в щелях рифов. Но мурена идеально приспособлена для того, чтобы залезть в такие щели и ловить ничего не подозревающую рыбу. Но не все так просто, как кажется. Не везде есть рыба, да и рыба часто сбегает. Но иногда везет. Например, вот эта рыба, спящая вне укрытия. Как бы она ни пыталась, этой рыбе сбежать не удастся. Зубы мурены выглядят как иглы, направленные назад в сторону глотки. Как рыбацкий крючок. Они не позволят ничему выбраться из пасти. И эта рыба станет ужином.